Марусь, ты со своими уже разобралась? А у меня тут... Я тебе помогу. Помоги мне лучше выбрать, куда нам с Павликом в отпуск поехать. Я хочу на Мальдивы, а Павлик говорит, лучше Тенерифе. Ты что думаешь? Я думаю, что в Венецию. Однозначно в Венецию. Девчонки, я только что оттуда. Там теплы, красота, а кофе... Самый лучший в мире кофе на площади Сан-Марко. Ну, а вы чего тут в бумажках зарылись? Тебе не жалко вам на это время тратить? Мы работали в приемной комиссии и теперь разбираемся с личными делами. Вот. Понятно. Так, а если нам завтра на роликах погонять? Мы с моим Павликом едем за город. А я не умею. Марусь, так я тебя научу. Я сегодня иду в планетарий. 1000 лет в планетарии не был. Во сколько идешь? 3. Ну так здорово, тогда 2:30, там и увидимся. М? Чао, девчонки! Кажется, кому-то назначили свидание. Ну и дела. Да нет. Какое свидание? Тебе показалось. И вообще, я в планетарий с Гришей иду. Твой Гриша скучный. Тоже мне сравнила. Друг детства и этот красавчик. Я надеюсь, ты не в этом к нему на свидание идти собралась? Не будет никакого свидания, я тебе говорю. Ага, только звучишь неубедительно. Маруся, чай готов. Да, иду, пап. Знаешь, спрашивай, ты вырядилась. Ты что, мод такая, голышом ходить? Это нормальная одежда, пап. Ну, может, для кого-то и нормальная? Ты же в институте работаешь, а не в стриптизе каком-нибудь. Пап, а тебе что больше не нравится? Низ или верх? Верх не нравится, и низ не нравится. Одно голое тело кругом. Сама посмотри. Давай, можешь переодеваться. Давай тебе кашу сварю. Ты голодный, наверное, да? Не заговаривай мне зубы. Иди переодевайся, не то чай остынет. Иди, иди, иди. Сергей Витальевич. Здорово. Может, чаю, пока Марик переодевается? Гриш, привет! Я сейчас выхожу. Привет. Марусь, вы можете торопиться, у нас достаточно времени. Не, давай, давай, поторапливайся. Чего человек ждать будет? Папа, а у тебя, кстати, каша там не пригорает? У меня все под контролем. А что это такое? Так Марусь попросила, это ей надо. Идите уже, идите. Это я сам в комнату отнесу. И чтоб не допоздна. Вы не переживайте, я провожу потом. Хорошо, давай. Папа, пока, папа. Пока, пока. Что там в пакете было? Что-то важное? Да нет, ничего, пустяки. Хочешь, я помогу тебе сумку принести? Нет, Гриш, не хочу. Я тебе уже говорила, что мужчина с дамской сумкой выглядит странно. У тебя точно все в порядке? Да. Хочешь, мы не пойдем в планетарий. Пойдем, Гриш. Про что ты там говорил лекцию? Проект за двойников. Про каких двойников? Я тебе рассказывал, что год назад ученые обнаружили звезду, которая является двойником Солнца. И оказывается, что вокруг этого Солнца вращается планета по параметрам в точности похожая на Юпитер. Ты представляешь, что если это правда, значит, возможно, у нашей Солнечной системы есть близнец. А это значит, что... Ну, где-то, возможно, есть близнец нашей планеты, и на ней тоже есть жизнь. Да, но это... Марусь!
Ну, я уж думал, ты передумала. Привет. Привет. Гриш, это Антон. Он преподает у нас на юридическом факультете. А это Гриш, мой друг. Ну, здрасте, здрасте. Ну что, пойдем? Да, слушай, конечно. Я тут в последний раз был в классе шестом. Нет, стой, в пятом. В шестом же я же в Америку улетел. Так вот, в этом планетарии такое небо было. Оно крутилось все, там звездочки горели. В общем, мне очень понравилось. Сейчас посмотрим. Миленько. Да, прикольно. А где это небо звездное, которое крутилось? Звездное небо вон в той стороне. Пойдем, Марусь. Подожди, Марусь. А? Но мы же на лекцию пришли. А давайте на фильм пойдем. На какой фильм? Ну вот на этот. Гриш, ну ты мне про астро-близнецов своих уже все рассказал, а тут кино. Да это какая-то ахинея для дилетантов. Ты чего? Мы на лекцию пойдем. Так. Ну. Создатели фильма предъявят нам неоспоримое доказательство существования высокоразвитой инопланетной расы. По-моему, прикольно. Ну что, пойдем? Ну пойдем, Гриш, я билеты возьму. Я сам. Нет, этого не будет. Там ситуация уже изменилась. Юра, ну мы же договорились. Ты тоже много мне чего обещала. Нет. Юра, ну это единственное, что у меня осталось. А мне все равно. Давай. Ну, Юра, ну... Думай, решай сама. Дети. Нет, ты видела вот это чудо? А... Не публика, а паноптикум какой-то. Маруся? Спасибо. Ну, пойдемте. Нам туда. Приходилось ли вам, подняв глаза к небу, увидеть не бесконечно холодное спокойствие космоса, а нечто странное, необъяснимое? Эта фотография была получена группой УФОЛОВ, специалистов по внеземной цивилизации. Неоспоримое доказательство существования высокоразвитой инопланетной расы. Кто снимал это кино? Я не жду за ерунда. Это что, серьезно? Если вам не интересно, не смотрите и нам не мешайте. Извините. Это не просто пришельцы! Это армия нашествия! Тише, давайте дальше посмотрим. Что они же используют? Здесь все непонятно. Так нельзя, нет. Это что он делает? Он посмотрел, использовал это. Ну это же мое! Это я! Пойдемте. Нет. Знаю. Сумасшедший какой-то. Вы не понимаете! Я это так не оставлю! Ну, успокойтесь, все это хорошо. Это мои вычисления! Это мой график! Юрий Федорович, у вас же давление, ну! Ой, к черту давление! Вы что, не понимаете, что все пропало? Он что, правда верит, что это пришельцы? Юрий Федорович, ученый, он уфолог. Именно его радиотелескоп засек на небесном склоне появления этих объектов. У человека украли открытие, вы что, понимаете? Да при чем здесь это? При чем здесь это? Он же делает неверные выводы и сам не понимает, чем все это закончится. Не волнуйтесь, я буфет воды прошу. Давай! Подождите, а про кого вы говорите? Кто не понимает? Ну, про Воскресенского, про кого же еще? Ну, украл, как говорится, и украл, бог с ним. Но он же делает неверные выводы. Мы все обречены. Русь, слушай, я тут весь трэш на телефон заснял, а ролик на стену себе кинул. Два репоста, а дальше вообще понесется. Я так. Опоздал. А тут, походу, сейчас будет продолжение. Я опоздал. Человечество обречено. Уже слишком поздно. Человечество обречено. Да сумасшедший какой-то. Пойдем. Годовой. Параллакс.
ФТЛ прыжок. Гриш, подожди. Плюмбум, то есть медь. За такие вещи вообще-то убивать? Так, стоп. Плюмбум — это свинец, а не... Кто и что сделал? Да кто? Воскресенский! Ведь это он предал человечество! Я уже видела этого человека перед показом фильма. Он ругался там с какой-то женщиной. Итак, в прямом эфире репортаж о грядущей гибели человечества и предстоящем убийстве. Мы знаем, что убийство должно произойти, но кто же убийца? Он развалил мою теорию. Он предал меня! Вот ты знаешь, он... этот человек просто не в себе. Меня другое интересует. Зачем твой юрист его провоцирует, а? Вот на этой фотографии доказательство моей правоты, а его лжи! Кирилл Федорович, давайте присядем. Да отойдите вы, молодой человек. Хорошо. Давайте. Марусь, спасибо, что ты меня сюда привела. Развлечение первый класс. Где таблеточки? Я сейчас с собой еще это видео выложу, только вот не знаю, как назвать. Вселенная на пороге гибели. Или нет. Лучше смерть близко и хэштег вселенский заговор. Я тебе говорю, это топ сразу будет. Пойдемте отсюда. Так, стоп, как пойдем? Марусь, а как же звездное небо? Да не собирались мы на это звездное небо вообще. Гриша, а давай вы с Антоном подождете меня у неба, а... Спасибо. Я сейчас... Запить водички. Запить. Вот хорошо. Кажется, уронили. Эй! Вам что, плохо? Говорят, что сердце плохо стало. Ну ты как? Или ты расстроилась, что Антоша ушел? Да почему здесь Антон? Пойдем, Гриш, я домой хочу. Маруся, я тебя уже 100 лет знаю. И если у тебя такой сосредоточенный вид, значит, какая-то мысль не дает тебе покоя. Почему они ругались? Спокойный этот Басалаев с женщиной какой-то. С какой женщиной? Гриш, я тебе говорила, это как в фойе, когда ты убегал за билетами, я случайно увидела, как он ругается с какой-то женщиной, и случайно услышала. И что? Да ничего, не знаю. Просто интересно, она была одета, ну так, будто не хотела, чтобы ее узнали. Очки огромные, платок. Да? Интересно. Ты уже вернулась. Хорошо, что не поздно. Тетя не звонила. Спрашивала, когда тебя ждать. Я не знаю пока, папа. Что значит не знаешь? У тебя отпуск через неделю, я и так и сказал. Ну, может, у меня еще есть дела в городе. Ну, какие у тебя могут быть дела, кроме работы? Может, ты с Гришкой не хочешь расстаться? Так бери его с собой. У тети Лид только рада будет. Тем более, все детство там прошло. Вот при чем, пап? Ну при чем здесь Гриша? Ну у меня что, жизни другой нет, кроме Гриши, что ли, пап? Чего ты завелась-то? Ничего. Прости, я просто устала.
Я ему обязательно предложу, просто я почти уверена, что он откажется. Вот и предложи. А то решать она за него будет. Хорошо, пап, я спрошу. Спокойной ночи. Папуль, я побежала. А завтракать? Я не хочу, правда. Ничего не знаю. Я что, целый час тут зря стоял, что ли, возле плиты? Садись. А сейчас новостной выпуск. Вчера интернет подорожала новость о том, что астрономы зафиксировали приближение к Земле группы неизвестных небесных тел. Если верить ролику, размещенному в сети, расстояние до этих неопознанных небесных тел измеряется несколькими десятками световых лет, что по космическим меркам величина мизерная. Авторство фильма, которое вызвало столь бурное обсуждение, граничащее с паникой, приписывается академику Воскресенскому. К нему мы и обратились за комментарием. Итак, у нас на связи член-корреспондент Российской академии наук Михаил Николаевич Воскресенский. Давай, давай, ешь. Михаил Николаевич, доброе утро. Скажите, как вы можете прокомментировать эту новость? Ну, для меня это полная неожиданность. Надеюсь, сегодня же выяснить, откуда взялась подобная информация. Да, сейчас, пап. По сути вопроса могу лишь сказать, что я связался с коллегами-астрономами, и все в один голос уверяют, что наши орбитальные телескопы никаких неопознанных объектов в указанном районе космоса не фиксируют. Тем не менее, фотографии облетели весь интернет и стали менее чем за сутки сенсацией. Многие заговорили о реальности. Ты куда? Алло. Правда, опаздываю на работу, папуль. Уже надо бежать. Спасибо за завтрак. Было очень вкусно. Говорю же тебе, я 5 минут назад сама видела это по телевизору. Так вот, Дина, я, честно говоря, думал, что это однофамилец. Просто где Воскресенский и где эти пришельцы? Погоди, а ты что, его знаешь? Не, я знаю его работы по гидродинамической неустойчивости. И Гриша. Прости, лично я с ним не знаком. Так вот, в этом интервью он полностью отрицает свою причастность к этой истории. Ну, значит, так оно и есть. Подожди, ну а почему тогда Басалаев обвинял академика? И вообще, как они там оказались с этим своим помощником в планетарии? Так узнали про фильм и пришли. Ну да, хотя какая-то ерунда получается. Вот-вот. Смотри, если, как они утверждают, это открытие или там фильм, я не очень понимаю, что именно, украл у них Воскресенский, то... То как они узнали, где и когда этот фильм будут показывать? А может, планетарий спросить? Ну, или напрямую его помощника, у тебя же осталась его визитка. Да-да-да. Но ты знаешь, ты уверен, что есть смысл разговаривать с человеком, который называет себя... контактером? Но без него нам все равно не разобраться, так что давай, набирай ему. Хорошо, мам. Марусь, ты чего? Расстроилась, что Антон вчера ушел и не попрощался? Нет, нет, это не из-за Антона. А чего тогда? Да странная история получается, Таш. Человек во всеуслышание заявил, что разберется с теми, кто украл его открытие. А потом просто взял и умер. Ну, знаешь, так бывает. Живет человек, живет, потом раз, и все. Тем более, ты сама говорила, что он волновался сильно, кричал, руками размахивал. Вот его удар и хватил. Может быть. Только не похоже, что его удар хватил. Похоже было, как будто бы... Как будто бы он просто сел и умер. Или, я не знаю, как будто его посадили туда уже мертвым. Да ну тебя, ужасы всякие говоришь. А Гриша что говорит? О, сейчас узнаем, что говорит Гриша. Да, Гриш? А Игнат будет нас ждать сегодня в 5 у себя в офисе. На Петровском переулке, дом 9, строение 5. В 5, отлично. И где мы с тобой встретимся? Так давай я за тобой заеду. Ты на работе? Девчонки, бармен к вашим услугам. Гриш, Гриш, не надо за мной заезжать. Мы встретимся с тобой на месте. Все, давай, пока. Договорились, Марусь? Пока. Кто хочет кофею? Мы хотим. Угу.
Марусь, ты прости, мне вчера встреча была важная, поэтому не смог остаться. Ты как? Спасибо. Ничего. Ага, ничего, как же. Маруся опять расследование затеяла. Круто. Это, то есть, ты думаешь, когда мы вчера с Васей ходили... с Гришей ходили в планетарий, ты там что-то увидела? Нет. Ну... слишком он внезапно как-то умер. Да уж, ирония судьбы. Чувак рассказывал про крах цивилизации и нашествие инопланетян, а потом сам отдал концы в коридоре. А Маруся считает эту смерть подозрительной. А интуиция у нее ого-го какая. Конечно, она подозрительная. Они иначе ему сделали инъекцию смертельно опасного яда. А может быть даже убили точечным воздействием с орбиты. Ну, Марусь, ну с чего ты решила начать расследование? Да потому что очень много странностей, нестыковок. Ну, подумай сам. Твое видео с Басалаевым, которое ты вчера выставил в интернет, оно подняло целую бурю. И сегодня утром по телевизору в новостях академик Воскресенский заявил, что не имеет ни малейшего отношения к этому фильму. Если он автор, то зачем отпирается? А если он не автор, то почему Басалаев и его помощник были полностью уверены, что это он? Ну да, странно. То есть, постой, ты хочешь сказать, что сегодня в новостях обсуждали мой ролик и еще к обсуждению пригласили академика? Очень странная история. Один из них точно врет. Да уж, и вправду, интересное кино. Слушай, я совсем забыл, у меня встреча важная. В общем, ты как, если что узнаешь, ты мне скажи, ладно? Да. Могу поспорить, он испугался свалившейся на него популярности. Наверняка сейчас удалит свое видео из сети. Дашка, может, оно и к лучшему, если удалит. Молодой человек, вот бланк договора. Так. Желательно рекомендацию вашего руководства института приложить. А у вас ученое звание есть какое-нибудь? Я кандидат физико-математических наук. Прекрасно. Название вашей лекции как? Небесная механика. А, следовательно, Авеклий, да? Точно. Интересно, очень интересно. Вы знаете, мне так после ремонта у вас нравится. Я вообще планетарий с детства люблю. Все время сюда хожу. Если бы знали, что мне это все стоило, весь этот ремонт. Могу себе представить. Вы понимаете, у нас учреждение культуры. Коммерции у нас никакой. Не-не-не, ну бывает иногда там раз в год сдашь в аренду зал там, для просмотра фильма или, ну, доклада какого-нибудь там. Да, ну, в общем-то, вот так вот. Есть доход. И то сто раз проверишь, пока согласишься. Вот потому что иногда такое покажешь, что вот святых выноси, понимаете? А я, кстати, был у вас недавно на фильме. Вон, «Тайны вселенной». Да. Скандалище, такое скандалище, вы знаете, человек скончался. А откуда он взялся? Позвонили мне из приемной самого академика Воскресенского. Потом человек приехал, привез фильм. От средств, от продажи билетов. Они отказались, не претендовали даже, понимаете? Вот. Ну, сказали, как бы это, познавательный показ такой. Ой, вы знаете, до сих пор себя простить не могу, что сам лично не посмотрел, что это за фильм. Ну, я же подумал, в академик же, ну. А кто конкретно привез фильм? Я почему спрашиваю? Я думаю, может быть, договориться с ними, устроить в нашем университете тоже показ. Пойдемте. Да? Да. Ну. На работе задержали. Пойдем? Ты знаешь, я тут одну оплошность совершил. Какую? Я когда звонил Игнату, так. Он почему-то подумал, что мы с газеты. Я не стал это отрицать. Гриш, ты с ума сошел? Из какой газеты? Он нас увидит и поймет все сразу. И, во-первых, я с ума не сходил. Как он поймет? Мы же не представлялись. Ну, я просто название газеты забыл. Ладно, не переживай, в ту сторону, туда. Будем действовать по обстоятельствам.
Просто понял, что внезапно родилось, я... Гриш, все, хватит. Все, хватит, но... Какое же название газеты было, не помню. Вот, Петровский переулок, дом 9, строение 5. Вход там. Слушай, какой у них офис, а? Прям в самом центре. Ага. Сколько здесь аренда, интересно, стоит? Миллион или два? Откуда у них деньги? Я что-то вообще не пойму. Сейчас узнаем. Ага. Держи. Давай. Тут надо как-то... Здрасте. 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 Угу. А вы куда? Мы вот в НТО Progressive Life. Хорошо, третий этаж. Угу, спасибо. Пойдем. А лифт есть? По лестнице. Ага. Вот сюда. Так и знал, что вы журналисты. У меня на вашего брата нюх. Мы хотели поговорить с вами о Юрии Федоровиче и его открытии в свете последних событий. Да. Зашли так садить. Что ж с вами делать? Скажите, пожалуйста, а ваша организация, она только здесь располагается или есть филиалы? Да здесь у нас только офис. А так работаем мы по всей России. В Алтайском крае. Там очень хорошие условия. Активное гиперполе есть, опытные контактеры. Затем на Урале, в Екатеринбурге, Краснодарский край, Кавказ. У вас обширная организация. И что? Вы многих знаете? Кого? Инопланетян? Понятно. Вы, значит, как все, да? Верите только в двигатель внутреннего сгорания и в капитализм. Ну, в двигатель я верю больше, а в капитализм меньше, ибо не понимаю, как он устроен. Наша газета очень заинтересована вашими исследованиями. Мы бы хотели рассказать о них нашим читателям. Кстати, как ваше издание называется? Очень просто. Очень... Суперстар. Так вы же вроде о звездах шоу-бизнеса должны писать. Да, но наше руководство решило, что мы не можем пройти мимо такого события, которое вызвало такой резонанс. Кроме того, нам уже давно пора дать материал большой, обширный и серьезный о Вселенной и вообще. Ну что ж, записывайте. Угу. Смерть Юрия Федоровича – это большая потеря для науки. Угу. Гений Басалаева был совершенно универсален. Он видел насквозь не только людей, но и целые миры. Он открыл закон космического возвращения. Какой закон? Космического возвращения. Он все предвидел, все. Мы когда-то погибнем, но нам на смену придет другая цивилизация. Более могущественная и просвещенная. Ага. Ух ты! Скажите, а вам уже сообщили, от чего умер Басалаев? Господи, как же я люблю вас, журналистов. Вам же ничего нет дела, да? Вам только что-нибудь остренькое подавать, что-нибудь желтенькое, да? От чего умер? Да сердце у него не выдержало. Воскресенский присвоил его открытие, вот он и умер. А в чем заключалось вот это вот открытие, которое присвоил Воскресенский? Угу. Юрий Федорович открыл скопление неопознанных летающих объектов на близком расстоянии от Земли. Он их увидел в объективе своего радиотелескопа. И мне показал. Я видел их своими глазами. Угу. Скажите, пожалуйста, а Воскресенский как узнал об открытии? Они с Юрием Федоровичем были знакомы? Знакомы. Да они были врагами уже много лет. А ведь когда-то дружили, как это часто бывает. А это... Поставьте, пожалуйста, на место. Молодой человек, господи. Да извините, пожалуйста, ради бога, простите. Я же не хотел, я... Сядьте. Бога ради, простите. Дайте сюда. Да сядьте вы уже. И больше ничего не трогайте. Игнат,
Бога ради, извините, я немного не поняла. А как же все-таки Воскресенский узнал об открытии, если они с Юрием Федоровичем враждовали и, получается, не общались? Да он был здесь, этот ваш академик. За 2-3 дня до смерти Юрия Федоровича. О чем они говорили, я уж не знаю, но выключите запись. Сразу после его ухода. Юрий Федорович мне сказал, что Воскресенский его чуть не убил. В смысле? В прямом. У нас здесь никого не бывает. Народ собирается только после контактов или когда поле спокойно. Ага. А Юрий Федорович приходил сюда постоянно. Ему здесь хорошо размышлялось. И этот Воскресенский его просто избил. Я пришел, он весь в крови. Этот хам разбил ему нос. То есть здесь была драка? И академик Воскресенский избил Басалаева? Ну да. И присвоил его открытие. Юрий Федорович посмотрел фильм, все понял и умер от горя. Кстати, а как вы узнали, когда и где будет показан фильм? Ну, мне вообще-то Юрий Федорович сказал. Он меня и пригласил, а отказаться я не мог, понимаете. А Юрию Федоровичу, наверное, сам Воскресенский сказал, чтобы поглумиться, наверное. А почему Воскресенский отрицает, что он автор фильма? А вы его самого об этом спросите. Извините, но вам уже пора. А у меня еще много других дел есть. Да, конечно. Игнат, скажите, пожалуйста, а у Басалаева была семья? Все свое время он проводил здесь. Угу. Мы были его семьей. Понятно. Спасибо вам большое, что уделили время. Mm. И если позволите, мы вам еще позвоним. Ну, вдруг нам понадобится что-то уточнить, какие-то... Позвоните, только уходите уже. До свидания. Всего доброго. Ой. О. Ты что, украл фотографию? Зачем? Стой. В смысле, зачем? Я ничего не понял. А ты поняла? Смотри. Басалаев совершил некое открытие. Uh-huh. Воскресенский узнал об этом и присвоил его наблюдение, по версии Игната. Я не думаю, что академик бил Басалаева, но зачем-то он сюда точно приходил. Но Воскресенский категорически отрицает свое авторство фильма, понимаешь? Может быть, потому что ему тогда придется объяснять, откуда у него, ну, результаты этих исследований. А еще, может быть, потому что может всплыть история с избиением. Опять-таки, если Игнат врет. Допустим, Игнат, который собственными глазами видел скопление небесных тел в объективе радиотелескопа. Подожди, я не поняла, ты о чем? О чем? У радиотелескопов не бывает объективов, и человек, который хоть раз в жизни их видел, не может этого не знать. Ох. Тут надпись какая-то. День рождения учителя. Малаховка большая коммунистическая. То есть ты хочешь сказать, что никакого открытия не было? Нет, про открытие я не знаю, но то, что Игнат врет, это точно. Но только вот зачем и в чем именно, непонятно. Что такое ССО? ССО. Добрый день. Здравствуйте. Это строительный студенческий отряд. Мне отец про них рассказывал. Малаховка. А? Малаховка. Нужно съездить в эту Малаховку и попробовать найти учителя. Отличная идея. А когда поедем? Так, я завтра попробую отпроситься с работы, и тогда поедем послезавтра. Здорово. У меня, кстати, кое-что есть. Я нашел фильм, который мы в планетарии не досмотрели. Я подумал, пригодится при разговоре с Воскресенским. Пошли! Да я... Ага. Приходилось ли вам, подняв глаза к нему, что там у тебя такое? Это фильм, который мы с Грушей в планетарии не досмотрели. Фильм? Угу. Неоспоримое доказательство существования высокоразвитой. Помнишь, утром был сюжет в новостях? Ну.
Ну, как раз про это все. Ты где Академия сопровождения выступал? В планетарии почему-то говорят, что именно он оплатил аренду зала под показ этого фильма. Ну и что? Ну как и что, пап? Из-за этого фильма погиб человек. Умер. А академик почему-то врет. Ну, хорошо, может быть, возможно, врет. Марусь, прежде чем обвинять человека, надо убедиться, причастен он к этому или нет. Что в титрах написано? Я не знаю, я не досмотрела еще. Не досмотрела. Давай смотреть. Давай, прокручивай назад. Может быть, вперед? Давай, давай, давай. Что написано? Произведено от GP Production. Вот надо найти GP Production и узнать, кто автор фильма. Ну вот, вот тебе ответ. Ты на другом конце города. Марусь, ну тут же телефон есть. Свяжись, они тебе все скажут. Так что бы я без тебя делала? Ну, Лиса. Все, давай заканчивай, мои руки будем уже. Хорошо. Маруся, Марусь, я ж тебя попросил, давай мой руки. Ужин уже готов. Ага. Михаил Николаевич, здравствуйте. Меня зовут Григорий Яхонтов. Вы могли уделить мне всего несколько минут? Простите, а вы по какому вопросу? Это вопрос скорее частного характера. Дело в том, что вчера директор планетария сказал мне, что фильм привезли от вас. Договаривались от вас же по звонку насчет фильма. Значит, молодой человек, я сейчас позову охрану. Да вы не поняли, я же не журналист, я физик. У вас есть пара минут, чтобы уйти отсюда без скандала. Иначе мне придется вызвать полицию. Вы что, уже закончили? Во-первых, здравствуй. Здравствуй. Вообще, почему я должна перед тобой отчитываться? Стой. Ну, я не готов спросить. Ты не знаешь, Маруся здесь или уже ушла? Часа два назад убежала куда-то. А куда? Она мне не докладывала. Постой, может быть, она там сказала, какая-то встреча у нее или что-то. Послушайте, вы что, все с ума посходили, что ли? Вначале Гриша прибегает. Где Маруся? Где Маруся? Ты теперь. Ну откуда я знаю, где Маруся? Она сначала полдня на телефоне сидела, пыталась дозвониться кому-то. Потом попросила перед Марией Кондратьевной прикрыть и бежала куда-то. А что случилось-то? Да так ничего. Просто я хотел узнать, может, она что-то разузнала по поводу планетария. Я же видео удалил. Мне какие-то сумасшедшие стали сообщения писать. В общем, я думаю, вообще страницу удалить. Вот хотел с Марусей посоветоваться. А позвонить не пробовал? Пробовал. Сначала занято было, а теперь никто трубку не берет. Странно. Ну что? Ничего. Спасибо.
Здравствуйте. Привет, мам. А ты что здесь делаешь? А... Ильяс, у нас гости. Привет. Заходи. Сергей Витальевич. Да. Здравствуйте. А Маруся дома? Я целый день не могу до нее дозвониться. И в университете был, нету. Ну, Маруся с утра усвистала куда-то. Я и сам звоню. Спрашивается, зачем ей телефон, если она трубку не берет? А куда она собиралась? Ну, как куда? На работу собиралась. Вот. Звоню. Не отвечает. Как не отвечает? Сергей Витальевич, давайте еще раз сначала. Что она сказала? Куда она собиралась поехать? Ну, как она собиралась? Ну, что она на работе делает? Бумажки перекладывает и все. И единственное, что собиралась позвонить на студию. Но это ж не работа, так? На какую студию? Ну, это что, фильм снимала про инопланетян. Она в ноутбуке нашла... Адрес, но он оказался у черта на рогах, а там телефон был. Я говорю, позвони, тебе все расскажут. Можно я воспользуюсь Маруськиным ноутбуком? Да, он стоит. Приходилось ли вам, подняв глаза к небу, увидеть небесную комету? Вот они. Сергей Витальевич, знаете, как сделаем? Я сейчас туда поеду, узнаю, где она. И вам позвоню. Гриш, я с тобой, только ты один. Сергей Витальевич, я вам наберу. Гриш, стой.
Сейчас давай, что копаешься? Ага. Марина? Гриша, привет, а ты что здесь делаешь? Я тебе весь день звоню, а ты не отвечаешь. А. Слышь, ма, это что за гоблин? Так это не гоблин, это Гриша. А? Ты где была? У тебя что с телефоном? Ну, я, наверное, его обронила где-нибудь или в студии забыла. Ну, сейчас поищем, Гриш, пойдем. Марусь. Слышь, гоблин, ты возьми эту сумочку. Она полегче. Эту я уж сам допру. Марусь, что происходит? Гришенька, я тебе сейчас все расскажу. Пойдем. Гришенька, я тебе сейчас все-все расскажу. Ты? Там аппаратуры на тысячу великие. Ильяс! Ильяс, мы приехали! Крутяк! Маруся, ты где была? Да я Андрею помогала. Ну, ему потребовался корреспондент для съемки. Я и поехала. А тебе никто никогда не говорил, что с незнакомыми людьми на незнакомых машинах ездить не стоит? Криш. Да угомонись ты уже. Мы люди мирные, примуса общиняем. Да у нас... На лицах у обоих написано, что мы отроки Варфоломеи. А, Ильяс? Да покажись ты уже! Я вам сюда уже раз 20 звонил. Так у нас это, телефон уже 2 недели как, не фурычит. Привет. Привет. Твой? Мой. Держи. Спасибо большое. Пожалуйста. Маруся. Криш, ну прости, я не сообразила, что ты будешь вот так переживать. Угу. А тебе на меня наплевать. Отцу хотя бы позвони. Я позвоню. Слушай, ну ты прям Отелло. Мавр венецианский. Не моя, он неделю мне звонит, ты чё? А ты, мам, чё про фильм-то узнать хотел? А, имя заказчика и сам он вам материал принёс или по почте перегнал? Ну, сам пришёл, текст принёс. Видео мы потом сами собирали. А как зовут? Ну, сейчас посмотрим. Ильяс его паспорт отсканировал. Да? Да. Где? А тебе это зачем? Аванс рубить хочешь? Нет. Просто из-за вашего вранья человек умер. Фильм посмотрел и умер. Со страху, что ли? Я пока не знаю. Расскажите лучше. Он как платил? Ну, наличными? Или, может, какие платежки остались? Ну, наличными. Первую половину сразу, а вторую, когда фильм забирал. Никаких документов не осталось? Обижаешь. Я же говорю, я ксерокопию паспорта сделал. Сейчас покажу. Вот, пожалуйста. Ну, вот он красавчик. Басалаев Юрий Федорович. Уфологическая организация Progressive Life. Что в переводе означает? Прогрессивная жизнь. А кто умер-то, пап? Так он умер. От чего? А мы не знаем. Ну, не из-за нас же. И не из-за фильма. Тупик. Угу. Тупик. Я ничего не понимаю уже. Если бы Салаев сам заказал этот фильм, зачем он устроил эту истерику в планетарии? И каким боком тут замешан Воскресенский? Угу. Я пытался с ним связаться, но он срочно куда-то уехал из города. Угу. Еще и ты пропала. Да я вообще места себе не находил. У тебя такое лицо было, когда ты нас увидел. Как будто ты меня сейчас стукнешь. Угу. Первым бы я все-таки его стукнул. Ну, не то чтобы я тебя выстукал, ну, я, ну, испугался просто и места себе не находил. Да прости, Гриш, но все получилось внезапно. Греку нужно было на съемку, корреспондент не приехал, вот и все. Ладно, проехали. Ну, я же вижу, что ты на меня дуешься. Так естественно, ты уехала куда-то, вообще ничего не сказала, одна. Да? А ты без меня поехал в планетарий. Ничего? Я на тебя не обижаюсь. А завтра у тебя какие планы? Даша сказала, что ты отпросилась с работы. А, ты и на работу ко мне ходил, да? Я же сказал, что места себе не находил, пока тебя искал. Гриша, завтра мы с тобой собирались ехать в Малаховку.
Если ты помнишь, конечно. Конечно, помню. Ну? Тогда можно я за тобой зайду? Зайди. Я раньше очень любила ездить по этой дороге осенью. Только тут было все немного по-другому. Спасибо. Никаких базаров, никаких строительных рынков. Только дачи кругом, яблони и сады. Помнишь? Я же никогда на электричке не ездил. Я же с дедом на Волге всегда. Помнишь Волгу? Ну, конечно. Помнишь? Да. А помнишь, как мы ее однажды завели? Я пытался выехать из ворот. Ага. Хотел на тебя впечатление произвести. А потом правым бортом протаранил забор. Зеркало сломал. Придурок. Самое смешное, что нам даже не попало тогда за это почему-то. Точно. Скажи, а ты уверен, что тебе дали правильный адрес этого учителя? Профессора Астрова? Угу. Да. Я им там наплел, что мне нужно срочно сдать ему монографию. Угу. Так что... А ему мы что скажем? Что мы опять из газеты «Суперстар»? Давай действовать по обстоятельствам. Хорошо. Гриша, это нехорошо. О, здесь открыто. Гриш, стой. Мы у совершенно незнакомого человека будем спрашивать про его ученика, который умер странной смертью. Но другого способа узнать, что случилось в планетарии, у нас нету. Так что пошли. Пойдем. Здравствуйте. А есть кто-нибудь дома? Подожди. Домик охраняешь? Здравствуй, хорошая собачка. Гроль, кто там? Здрасте, а это она нас не съест? Здрасте. Ну, смотря зачем пришли. А, мы к Сергею Сергеевичу. Мы... Иди на место. А, кандидатский минимум не сдали? Почему не сдали? Сдали. А, я просто подумала, что вы двоечники, а вы, оказывается, отличники. Да. Деда, к тебе отличники пришли. Пойдемте. Деда, ты слышишь? Да, слышу. В чем дело? Что за спешка? Сергей Сергеевич, здравствуйте. Я на кафедру позвонил, мне сказали, что вы на даче. Вот мы и приехали. На даче? Я в подвале, вы что, не видите? Будь он проклят, этот насос. Заклинило, вот остались без воды. А, так вы обратный клапан проверяли? Его дерните? Да при чем здесь обратный клапан? Тут все дело в фазе. Нет, не в фазе. Клапан дерните, вон он. Ну, Сергей, смотрите, да я... Я этот насос знаю лучше, чем самого себя! Ну, ясно. Сейчас у нас в подвале состоится научно-практический семинар. Обратный клап. Нет, ну, попробовать-то можно. Попробовать можно. Одна попробовала, вода не пошла. Так, вот. Если подцепить... Берите вот этот здесь. Ключ. Не надо подцеплять. Вот берите этот ключ. Ага. Держите вот так. Вот здесь вот держите. Давайте, вот. Осторожно только. Сейчас. Так. О. А пойдем со мной в дом? Поможешь? Я там пироги пеку. Ну, пошли. Вот сейчас попробую вот этот клапан ослабить. Вот этот сейчас ослабить. Ага. А я попробую пустить. Так. Осторожно. Хорошо. Осторожно. Так. Не надо ничего. Да я аккуратненько, пошло. Вот. Хорошо. Ага. Молодец. Вот. Так, в общем, ты, получается, из Иньяза, а твой приятель из физтеха. Ну да. А дед зачем? Ну, мы с Гришей просто хотели у него узнать, хотели спросить. Мы просто подумали, что он знает... Дед? Дед все знает. А вы... Ты. Ты? Да. А ты знаешь, кто такой Басалаев? Ну, он, кажется, у твоего дедушки учился когда-то. Юрца? Конечно, знаю.
и Юрца, и Маргошку. Самого детства. Маргошку? Ну да, это его жена, Маргарита. Они наши соседи. А. Дед дружил с Маргошкиным отцом и вместе работали в одном институте. А потом, когда Маргошкины родители умерли, то дед с бабушкой ее под крыло взяли. Угу. Ну а потом Маргошка вышла замуж за Юрца, и они начали переживать. А почему переживали? Ну, если ты такое спрашиваешь, значит, ты его не знаешь. Моя бабушка считает, что он дрянной мужик. Вот. А дедушка ругается на секту. Какую секту? Ну, секта почитателей инопланетян. В общем, бабушка говорит, что он вот-вот Маргошку уморит. А дед считает, что это бабушка виновата. Ну, знаешь, они давно к нам не захаживали. Вот. А академик Воскресенский? О, Мишаня. Это дедов любимый ученик. Это наш человек. А, ну, они с Юрием Федоровичем, ну, в смысле, с Басалаевым, они как, дружили? Нет, ты что, дружили? Мишаня его терпеть не мог. Он, Юрец, когда к нам раньше захаживал, Мишаня говорил, пойду-ка я от греха подальше, а то ненароком в челюсть дам. Ничего себе. Да вообще. Слушай, а давай я раскатаю. Ну, тесто. А, ну давай. Угу, давай. Так, опа. Груня, мы с трудовой вахты, мы победили. О, ура, насос починили. Ну что, пора обедать? Давно пора, уже пятый час. Так, Грунь. А? Покажи нашему гостю, где у нас душ, и дай свежее полотенце, а то он, мягко говоря, угваздался. Сей момент. Дед, а ты бы лучше брюки поприличнее надел? А что такое? Пойдем. О, простите, барышня, визит ваш приятен, но внезапен. А посему я без галстука и слегка не брит. Ну, перестаньте. Одну минуту. Гриш, я тебе полотенце принесла. Маруся, ну ты серьезно? Ты в самом деле, ты чего? Я полотенце принесла. Ты чего, не знаешь, что ли, что люди в душе моются без одежды, а? Правда, и без галстуков. Еще это ж надо, а? Джинсы мне подай лучше. Джинсы. Не, вот посмотри, а? Еще она и смеется надо мной. Я просто так хочу. Честное слово. Честно, я не над тобой смеюсь. Честное слово. Я просто так смеюсь, Гриш. Да, видно, как ты просто так смеешься. Просто давишься от смеха. Рубашку мне дай. Рубашка держи. Марусь, ну ты даешь. Это как вообще, а? Чего ты хохочешь? Ну что ты делаешь, а? Ну, стой. Руки убери. Гриш, ты чего? Давайте наверх, давайте! Вино новито, его надо выпить. Пошли. Простят меня барышни за отсутствие этикета, но не могу удержаться. Вкуснотища. Я злов. Талант. Угу. Могла бы быть первостатейным поваром. Или наилучшим кулинаром. Нет, поперлась в журналистику. Я вам так скажу, вот такое приготовить, это вам не статейку, журнальчик накропать по поводу представления на театре. Дед, ну хватит, а? Ну что ты к ним пристал? Я не пристаю. Давай-ка чай пора пить. Чай после обеда – варварство. Тем более пироги еще не настоялись. Я помогу, Грунь. Ты будешь еще? Нет, я все, полна коробочка. Ну, за талант.
никогда не пей без закуски. Я вообще не пью. Ну ладно. Пока пироги не настоялись, пойдем присядем у камина. Бабушка говорит, что человек должен уметь все. Так сказать, ручками работать. Вот, знаешь, я как-то на курсе сказала, что умею печку топить. Так меня потом все за прокаженную считали, представляешь? Сейчас очень модно ничего не уметь. Если ты ничего не умеешь, то ты правильный человек. Глупость какая-то, да? Нет, вообще-то он альпинист с опытом. Скажу без ложной скромности, это мы его с Коганом приохотили, можно сказать, привлекли. Коган? Это тот самый? Автор теории ламинарно-турбулентного перехода? Ну да, тот самый Коган, правильно, Гриша. Мы по молодости с ним отчаянные были альпинисты. Скалолазы. Вот вы будете смеяться, это я. Ух ты. Ну, а потом, когда Миш поступил в аспирантуру, стали его с собой брать. А вот, вот. А Миша в Воскресенске с Басалаевым, они дружили когда-нибудь? Когда в институте учились, студентами были, дружили. Потом раздружились. А что так, не сошлись в взглядах на науку? Да нет, сошлись во взгляде на одну девушку. А случится, что влюблю я на его путю. Уйду с дороги, таков закон. Третий должен тю-тю. Уйти должен третий, понимаешь? Дед, можешь, пожалуйста, не петь? От твоего пения цветы вянут и собаки воют. Я ничего не понял. В общем, Мишаня и Юрец были влюблены в Маргариту. А Маргарита вышла замуж за Юрца. За Басалаева? Да. А теперь локти кусает. Все знает, кто локти кусает, какие локти кусает. Вообще треугольник был, любовный классический треугольник. Она одна, их двое. Миша потом уступил. Впрочем, я человек посторонний, а со стороны об этом рассуждать трудно, трудно сказать. Да, дед, ну что такого трудного-то? Юрец красавец был, песни пел, стихи сочинял, на гитаре играл. А Мишаня, он скучный, как пень. Груня, что это такое? Да, дед, ну это чистая правда. Бабушка всегда так говорит. Из него слова не вытянешь. А Маргарита ошиблась. Вот откуда вы со своей бабушкой знаете, ошиблась она или нет? Да ну, дедушка. Но ты же сам прекрасно знаешь всю эту правду. И ты помнишь, чем закончилась их последняя встреча, да? С кем? Ну, с Басалаевым, с Юрцом. Ну? Так, и чем же закончилась их встреча? В общем, Маргоши... пришлось вызвать скорую. Они же с Юрцом, с Басалаевым, еще муж и жена. Да. А он вдруг заявляет, что продает дачу. Да. Деньги ему на что-то понадобились. Он так все продал. У нее ведь кроме этой дачи ничего не осталось. Да вообще, в Воскресенске Миша говорит, что его надо было еще студентов в горы взять и сбросить. С Эльбруса или с Эвереста. Хотя ему и Эльбруса достаточно. Скажите, они, ну, получается, тут по соседству живут, да? Да, да. У них вон третий дом, прямо в конце улицы. У них, кстати, тут самый огромный дом. Угу. И его он хочет у Маргошки отобрать. Агриппина. Классно они все-таки. Груня этот академик. Да. Только как-то нехорошо получилось. Что? Ну, мы им про Басалаева так и не сказали. Ну, это не к месту было. И странно другое, почему жена Басалаева, являясь близким другом и практически членом семьи, так и не сказала, что у нее муж умер. Ну да. Ты считаешь, она как-то причастна к его смерти? Не, я не знаю. Но то, что его смерть ей была выгодна, это очевидно. Еще и с Воскресенским с этим надо разобраться. Да, он был влюблен в эту Маргошу, она вышла за другого. И у него был совершенно очевидный мужской мотив.
а не какие-то там открытия небесных тел. Хотя, с другой стороны, если уж ты собрался убить человека, чтобы отобрать его супругу, то почему бы не отобрать его открытие? Что ты говоришь-то такое? Ладно. Спасибо большое, что проводил. Просто папа ждет. Надо будет навестить эту Маргошу. Я постараюсь еще раз спроситься. А здорово сегодня было, да? Если вам не вмоготу, моя милая, работать на кафедре, займитесь частными уроками. Вот там вы вольны будете назначать, отменять занятия по вашему усмотрению. А здесь государственное учреждение, моя милая. Марья Константиновна, я личные дела уже оформила. И что вы там бормочете? Говорите громко, чтобы я вас слышала. Марья Константиновна, ну мне очень нужно. Мне тоже много очень чего нужно. Так. Когда у вас там отпуск? На следующей неделе? Угу. Хорошо. Идите. Спасибо, Марья Константиновна. И учтите, это в последний раз, милочка. Хорошо. Хорошо. Хорошо, да ничего хорошего. Что, отпустила? Ага, не с трудом. Ну вот видишь, а ты переживала. О, еще один кавалер идет. Между прочим, вчера тебя тут разыскивал. А чего это тут мы секретничаем? А Маруську наша Грымза на свидание отпустила. Да уж перестань. Извини. Ты, говорят, меня вчера искал? Да, хотел узнать, как твое расследование продвигается. Ну, пока ничего. Слушай, Марусь, у меня к тебе просьба есть. Если кто-нибудь будет спрашивать мой номер телефона, ты уж, пожалуйста, не давай, ладно? А то у меня после этого ролика одни психи в друзья добавляются. Договорились? Хорошо. Ну вот и славно. Ботанику привет. Не ботаник. Вот он, тот самый дом. Интересно, а она сама на этой машине ездит? Я не думаю. Кто там? Маргарита Николаевна, здравствуйте. Нам поговорить бы с вами хотелось. Я вас не знаю, я вас не приглашала. Маргарита Николаевна, а мы от профессора Астрова. Он нас хорошо знает, вы можете у него поинтересоваться, кто мы? Да. Здравствуйте, Маргарита Николаевна. Здравствуйте. Что, вы ученики профессора Астрова? Нет, я у него просто насос починил. Вы его личный слесарь? Ладно, пойдемте поговорим. Это была она. Бесала. С Басалаевым в планетарии была она. Да. Маргарита Николаевна, а вы разве альпинист? В смысле? Ну, в смысле, вы ходите в горы или покоряете восьмитысячники? Молодой человек, я не знаю, как вас зовут. При всем моем уважении к профессору Астрову. Меня зовут Григорий. Вы знаете, в чем дело? Просто вот этот узел называется двойной булинь с контролькой. И чтобы его завязать, нужно иметь особые навыки. А... Послушайте, я не понимаю.
Зато я, кажется, понимаю, Марго. Здравствуйте. Здрасте. Вам, собственно, что нужно-то? Это вы приезжали ко мне в институт, Григорий Яхонтов, верно? Яхонтов, да. У вас хорошая память. Жаль, что мы тогда не поговорили, но благодаря профессору Астрову нам удалось кое-что прояснить. Угу. Хорошо, я так понимаю, что вы не отстанете. Давайте вы завтра подъедете ко мне в институт, и мы там поговорим, да? Я вам выпишу пропуск. Михаил Николаевич, а можем мы сейчас поговорить? Все-таки человек погиб. Он умер, а не погиб. И я не понимаю, какое вам дело до этого человека? Это случилось у нас на глазах. Марина его нашла. Хорошо. Давайте поговорим. Ну и почему вас это интересует? Почему Басалаев решил, что вы украли у него открытие? Слушайте, какое вам дело, а, Григорий? Вы кто? Вы что, часто сыщик, детектив? Мы приехали в планетарий вместе с моей девушкой. На фильм, в котором говорилось, что наша цивилизация скоро исчезнет и наступит конец света. На фильме присутствовал и ваш покойный муж, Басалаев Юрий Федорович. И во время просмотра фильма он устраивает дикий скандал и кричит, что вы украли у него открытие, и через 10 минут он погибает. Ха. Да не было никакого открытия. Слушайте, а что вы намекаете? Меня вообще там не было в этом планетарии. Верно. Вас не было. А вы были. Я вас видела. Я видела, как вы ругались с Басалаевым. Марго, это правда? Ты там была? Ну, он позвонил утром. Нес какую-то ахинею про открытие, которое ты у него якобы украл. Обмолвился про планетарий, но я и поехала в надежде, что вдруг удастся с ним договориться. Предположим. А расскажите, а зачем вы избили Басалаева незадолго до его смерти в его же офисе? Это правда? Миш, ты с ума сошел? Зачем? Да не бил я. Ну да, вспылил, каюсь. Наговорил ему кучу нелицеприятного, хотел ударить. Потом как стало противно, я плюнул и ушел. Вы знаете, мы нашли ту студию, которая изготовила фильм. И что самое интересное, фильм заказал сам Юрий Федорович Басалаев. Значит, он знал, что вы ничего у него не крали. Занятно. Это действительно занятно. Да. И, соответственно, Басалаев не мог умереть от горя или неожиданного потрясения, потому что он устроил все это представление специально. Но для кого? Я не понимаю. А вы, Михаил Николаевич? Марго, а ты понимаешь? Ой, дядя, дядя, зачем вам это? Ты видишь, им интересно. Большинство людей не любопытны и ленивы, а эти, видишь, любопытны. И, кажется, не ленивы. Мой муж, ну, скажем так, человеком непорядочным. Только и всего. К сожалению, в молодости я этого не понимала. С Михаилом Николаевичем у нас была настоящая крепкая дружба. Никогда в голову не приходило, что если мальчик дружит с девочкой, то это значит, кто-то что-то не понял, либо он, либо она. Ну, а Юра, он был... Марго, ладно. Слушай, ну, хватит этих воспоминаний. Ему ну, просто всегда нужны были деньги. Да, только деньги. Вот и все. А Марго была завидной невестой. Это правда. Денег ему всегда не хватало. Ну, да. И постепенно он оттяпал то, что досталось Марго от родителей. Сначала были проданы мамины украшения, потом дедушке в библиотеку. Он все собирал деньги на то, чтобы организовать экспедицию в район под каменной Тунгуски. Все искал следы пришельцев. Да кто там их только не искал? Да, когда была продана папина библиотека, я испугалась. И
приняла решение, что нужно развестись, но это оказалось не так просто. Я предлагала, давай, квартира останется тебе, дом мне, но... В результате квартиру он продал и стал претендовать на дом. Да, но вы понимаете, что отступные не платить нечем. Я не миллионер, я физик. Пытался его как-то убедить, чтобы он сделал так, как просит Марго. Ну, он ни в какую. Получается, что Юрий Федорович Бесалаев очень вовремя умер. Ну вот, все само собой разрешилось. Да? Какой-то тупик. Ну и что думаешь, Маруся? Ну, если рассуждать правильно, то есть искать, кому была выгодна смерть Басалаева, то, конечно, самый простой вывод – это Марго. Да, и в планетарии она была. Но она сказала, что она ушла сразу после разговора с ним. Так там же есть камера, это можно проверить. Гриш, ты серьезно думаешь, что Марго могла… Ну, да что она могла? Вокруг куча народу. В заключении медиков написано, что он умер от инфаркта, и она подтверждала, что у него было высокое давление, и он за ним не следил. Ну вот, не следил, значит, в таблетках не разбирался. Она могла ему таблеточку посунуть. Да какую таблеточку, Гриш? Он даже разговаривать с ней не хотел. Ну, сам подумай. Марусь, ну что ты кричишь? Извини. Я просто пытаюсь рассуждать, потому что у нас тупик. Да, тупик. Тупик. Тупик в переводе с английского «подбирать». Да, я знаю. Может, все дело в фотографии? Какой фотографии? Фотография, которую я нашла рядом с Басалаевым. Ну, когда я его обнаружила. Так. И что? Ну, не знаю. Мне просто кажется, что она почему-то была ему важна. Не знаю. Марусь, ну и что нам это дает? Я просто чувствую, что с этой фотографией что-то связано. Он же держал ее в руках, он собирался ее кому-то показать. Кому только и зачем? Маруська опять Пинкертонов играет. А ты-то как на это повелся? Да. А я думаю, чего это она к редким гостям не спешит? Оказывается, ты отказался ехать на дачу, вот она и развела эту бурную самодеятельность. Я? Пап, я Грише про поездку даже ничего не говорила еще. И вообще, нам нужно вот с этим сначала разобраться. В чем с этим? Звезды как звезды. Чего тут такого и что? Что? Я нашла эту фотографию рядом с мертвым Басалаевым. Ты, оказывается, еще и улики от следствия укрываешь. Это было бы следствие какое-нибудь. Вон, только мы с Гришей. А почему ты решил, что эта фотография так важна? Потому что Басалаев очень нервничал. Выхватил эту фотографию, размахивал ей и собирался что-то доказывать. А потом его личный помощник сказал, что Юрий Федорович Басалаев лично видел армию нашествия в объектив радиотелескопа. Во-первых, у радиотелескопов нет объективов. А во-вторых, никакой армии нашествия здесь вообще не наблюдаю. Марусь, ну что ты скажешь? Я думаю, эту фотографию нужно показать Воскресенскому. Угу. Может, он сумеет что-нибудь объяснить? Вот и хорошо. Этим займетесь завтра. А сейчас, господа хорошие, давайте-ка ужинать. Давайте, давайте. Так, давай зачерк. Ага. Добрый день. А, Михаил Николаевич. Юные следопыты. Здравствуйте. Здравствуйте. Что-то нашли? Да. И у нас к вам вопрос. Что?
Кто это? Я нашла это рядом с умершим Басалаевым. И мы надеялись, что, может быть, вы сможете что-нибудь объяснить. Ну, обыкновенная фотография. Вряд ли я тут что-то смогу объяснить. Нужна помощь специалистов. Но видно, что сделано радиотелескопом. Михаил Николаевич, но ведь такое фото с радиотелескопа должно стоить огромных денег. Плюс офис центра Москвы, плюс аренда зала в планетарии, плюс вообще сам фильм. Там столько компьютерной графики. И откуда у Басалаева могли быть такие деньги? Ну, на это я могу ответить. Я же ему спонсора нашел. Только вы, Марго, ничего не говорите. Подождите, вы нашли ему спонсора? Зачем? Ну да. Я ему предложил соглашение. Я нахожу спонсора, а он оставляет Марго в покое. Никакого раздела дач, квартир, все тихо и мирно расстаются. И, в общем, он при деньгах, а Марго в собственном доме. И он согласился. То есть деньги все-таки были замешаны? Немалые. У меня просто знакомый олигарх, и вот он любитель вот такого вот всего инопланетного. Mm. Я их свел, и они, в общем, нашли друг друга. Вот Кузнецов давал деньги, а Басалаев вот снабжался этим таким загадочным инопланетным. Полная идиллия. А дальше что? Дальше... А дальше... Дальше Юрий стал требовать раздела имущества. Как будто не было никакого соглашения. То есть, получается, деньги у Басалаева были от этого... Кузнецова. И что? Надо кое-что проверить. Михаил Николаевич, а вы не могли бы, пожалуйста, узнать у своего спонсора, когда он последний раз переводил деньги Басалаеву, на что и, если возможно, сколько? Вам это срочно? Ну, хорошо, я попробую. Вы тогда мне через часок позвоните, хорошо? Хорошо. Спасибо большое. Мам, как ты вовремя нарисовалась? Послушай, у меня в субботу съемка в цирке на Цветном. Оператор есть, а корреспондента съездишь, а? Заплачу по высшему разряду. Пап, отпустишь? Грек, подожди, мы, помнишь, спрашивали про заказчика фильма об инопланетянах? Угу. У вас, может быть, остались видеозаписи с камер наблюдения? Нам просто очень нужно на него посмотреть. Нет, ну камер наблюдения у нас нету. Погоди, мы же в тот день вот на эту стенку объективного тестили. Ну и мужик этот к тебе приходил. Он же стопудово в кадр попал. Посмотрим? Давай. Слушай, так а ты ж его уже на фото видел. Так я поэтому и забыла спросить про видео. О, вот этот красавчик. В смысле? Это что? Тот самый человек, который заказывал у вас фильм? Да. Ну да. Ну и что тут такого-то? Как? Чего такого? Вы нам показывали скан паспорта одного человека, а это совершенно другой. Не, ну я их физиономии не сличал. Как что, получается, паспорт поддельный? Он, может, и настоящий был. Только предъявил его тебе не владелец. В следующий раз, когда с документом будешь работать, будь повнимательней, сынок. Гриш, пойдем, может, мы его еще застанем? Подожди. Ребята, а можете сделать стоп-кадр с этого видео? Mm. Конечно. Да. Игнат, добрый вечер. Это газета «Суперстар». Мы с вами виделись недавно. Помните? Да, помню. И общаться с журналистами я больше не намерен. Игнат, подождите. У нас есть для вас невероятных масштабов материал. И мы хотим им с вами поделиться. Здравствуйте. Мы не займем много времени. Есть просто кое-что, что очень хочется вам показать. Взгляните. Вот.
И извольте взглянуть. Узнаете? Так это же вы. Вы в тот момент, когда заказывали фильм для планетария. А потом туда притащили Басалаева. Потому что только вы знали о фильме. Вот ловко вы вкрутили ему в голову мысль о том, что Воскресенский якобы хочет украсть у него открытие. Открытия-то никакого нет. Все это нашествие инопланетян придумано Басалаевым только для того, чтобы получить денежки из спонсора. Все эти фотографии из космоса – это тоже для спонсора, а ни в коем случае ни для какой общественности. Вот поэтому Басалаев так распереживался. В планетарии, понимаете? Потому что денежки из-под носа уходили. Я вот одного не понимаю. Как это он сумел все провернуть-то? Прямо у меня под носом. Да. Воскресенский, конечно, подлец. Да. На мою кровную покусился. Отдай, говорит, Марго, дом. Главное, копать под меня начал. Ну, он же все-таки ученый. Да. Не такой, конечно, как я, но ну, ученый. Он же не мог не знать, что там ничего нет. Ну-ка, присядь. Ты ничего не хочешь мне рассказать? Он догадался, да? Ведь об этом нашествии инопланетян могли знать только вы. Только вы могли поверить в это нашествие. Потому что вы же поверили в то, что в радиотелескопе есть объективы. А знаете почему? Вы... Какое у вас образование? Менеджер. Специалист по торговым сетям и мерчендайзингу. И полезно заниматься астрономией. Вы же мерчендайзер. Но вы знаете, мне понятно, зачем вы это сделали. Ну, потому что крутились такие огромные деньги, а Басалаев вас к ним не подпускал. Но... Как вы это сделали? Он сам умер. А, сам. А мы-то думали, что это вы, когда водичку ему принесли, ему и таблеточку еще подсунули. Ничего подобного. Когда ему стало плохо, я принес ему воду, и только воду. А таблетки он сам достал. Где таблеточки? Таблеточки! Таблеточки! Вот так. Ловко придумано. Подменить ему таблеточки заранее, чтобы он так вот зрелищно при свидетелях распсиховался и принял таблеточки. Здорово. Но есть одна маленькая деталь. Эти самые таблеточки, которые убили Басалаева, они зачем-то лежат у вас в столе. И если вы их сами не принимаете, то будет очень трудно объяснить этот факт. Так что, наверное, вам нужно было избавиться от них еще тогда, после смерти Басалаева. Да ну? Это что, преступление? Держать таблетки в ящике стола? Да нет, что вы, это совсем не преступление. Но у вас достаточно других проколов. Дело в том, что директор планетария, он опознал вас по фотографии. О, профессор, здравствуйте. Здравствуйте, я как раз объяснял Игнату, показывал ему фотографию из студии. Кстати, где вы представились тоже Басалаевым. Это был план Басалаева. Я здесь ни при чем. Послушайте, хоть покойного я и терпеть не мог, но вот с мозгами у него, кажется, было все в порядке. И эта клоунада ему была явно не нужна. Равно как и обнародование псевдо-событий исключительно для спонсора. Да ну, вы же с ним не общались. Откуда вы знаете, что он задумал? С ним не общался, да. Вот со спонсором пришлось пообщаться сегодня. Я думаю, что следствие заинтересует тот факт, что уже после смерти Басалаева с его адреса было отправлено электронное письмо с просьбой перечислить 50 тысяч евро на предстоящую экспедицию. У вас нет никаких доказательств, что это я. И удивительным образом эти деньги даже были получены в банке на следующий день. Мне кажется, что это ваша подпись. Стоять! Руки!
Отпустите! Отпустите! Я сам виноват, он сам виноват, понимаете? Он сам виноват, у него были деньги на все. У него были деньги на все. На это тоже, на новую машину. Он собирался все спустить на эту экспедицию. А делиться он даже не собирался. Это нечестно! Это нечестно! Но честь дело тонкое. Вот и Басалаев мне никогда не был другом, даже скорее наоборот. Но вот такой смерти от недоумка закончена, он явно не заслужил. Так, все, поехали. У меня там институт сброшен, на произвол суду прыгнул. Кураж, спасибо. До свидания, профессор. До свидания, Иван Иванович. Да! Здорово получилось. Да, Марусь, ловко ты все раскрутила. Я бы без тебя не справилась. Это ж ты все время говорила, откуда деньги, откуда деньги. И правда, дело все в них оказалось. А я отпуск взял на работе. Да, я уже 100 лет не был в отпуске. Там на 3 месяца накопилось. И ты на 3 месяца взял? Нет, всего на 2 недельки. Маруся, а что Сергей Витальевич говорил про... тетю Лиду. А, ну, она тебя в гости приглашала. Ну, то есть, со мной, в смысле, нас вместе. Я папе сразу объяснила, что Гриш не поедет, потому что после того, как вы там дачу продали, ты туда не ногой. Но папа все равно ко мне пристал, поэтому мне пришлось... Маруся, можно я тоже поеду? Ну, отпуск все-таки. На лодках покатаемся, там на великах. Там же есть свободная комната? Есть. Подержи. Я забыл совсем. Кое-что купил утром еще. И все, не было возможности. Вот. Он, правда, помялся. Ужасно, да? Это ужасно красиво. Спасибо большое, Гриш. Мне правда очень нравится.